со мной порядок. Становись. Не курю. Налево! Шагом! Ты чё в школу опаздываешь, а? Слушай, старик. Ну, в общем, у вас химию преподает Лариса Беляева. Ну, высокая такая блондинка. Ларпетка, что ли? Чего? Ну, Лариса Петровна. Худощавая такая. Картает немного, да? Да. Слушай. В общем, понимаешь, вот приехала. Глина. Как? Тетя Поля. А, да. Ну ладно, попробуем. Да, скажем, что вы из Рэмбо. Идем. Что-то я сказала, что я из района, а не из обкома профсоюзов. Она местное начальство больше уважает. Ну как я, старик? Нормально. Ну привет. Эй! Товарищ, товарищ, вы не туда пошли. Давайте я вас провожу. Кабинет директора в другой стороне. Идемте. Это ты делаешь? Ты почему здесь? У тебя совещание в Горано. Ты должен шефов приветствовать. А все, Сергей Иванович. Дорогие шефы, мы пионеры, школьники под шефом школы с пристальным вниманием следим за, за вашими успехами в выполнении личных планов. А не сбился? Молодец. Спереди учись, угу. Это тоже нужно. Угу. Ну, простите, вы ко мне. Да нет, я, понимаете... А, понимаю. Понимаю. Слушай, старик, с чем ты шефов поздравлял? Поздравлял. Как ты думаешь, а он знает? Он? Школа-то показательная. А. Ты вообще-то в каком классе? В шестом. А вот и пришли. А до звонка 5 минут. Ладно. Спасибо, старик. Угу. Как молоды мы были.
как молодец. А вообще-то откуда? Из нашего города? Да нет, старик, чужой я. В городе никого, вот к ней приехал. Может, сейчас на вокзал и дуй. Понимаешь, старик, вообще-то я с БАМа. С БАМа? Самого? Так выступите у нас на сборе. А вы вообще-то кем там работаете? Да вообще-то я отоларинголог. Чего? Ну, врач. Ухо, горло, нос. А-а-а. Врач. Так, ничего, нам все профессии нужны. Спокойно, водород выделяют. Ага. Ну, минут на 10. Ну, подумайте. А нет, старик, нет. Слушай, старик, да разберемся мы с твоим сбором. Сделай доброе дело. Сходи к ней, скажи, что вот я... Ладно. Давай. Слушай, старик, у тебя есть свободное время? Пойдем выпьем кофе, ну торт съедим. Ладно, но только минут 5 придется подождать. Хорошо. Адурин! Марш из класса! Все, пойдем. Слушай, а ты что, не мог потише? Ну, сказал бы, что по общественным делам. Не пойдет. Физик общественников не любит. Ага. А Ларпетка? Чего Ларпетка? Ну, она как к общественникам. А уважает. Нога поднята. Носок вытянут. При команде два. Нога опускается. Вот там понятно. Так точно. Чистая моя, строгая. На земле, а не то, что жить на земле.
А не то, что жить. Сергей. Кирилл, Батурин. Бери, рубай. Да ну что, это ж ваш. Бери, бери. На бургершах. Переходим на ты, старик. Ладно, старик. Слушайте. Слушай, старик. А после уроков она выходит, становишься перед ней и все. Да. Хоть увижу. Ну да. Педсовет. Надолго? Сейчас. А, это ты. Чиж, ты скоро? Сейчас нам Соболевский. Минут через 20 заплачет. Запустят меня. В общем, через час. Ну ладно. Так что немножко подождать придется. А может, сходите? Сходишь, старик, со мной? Мне тут еще две позиции закрыть нужно. Ну давай. Ну как, Веньки, здесь же по тексту все ясно. И запомните, что главное в конкурсе инсценированной песни, чтобы в каждом движении мысль была. Так, внимание, посмотрели все на меня. Надо вам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то главное, ребята, в нашей жизни совершить. Тари-дири-дири-дири-дири-дири. В небе солнышку мы скажем. На небе. Не уходи-ка ты наперекур. Поймите, что здесь надо энергичнее. Посмотри на меня. Не уходи-ка ты, пионерский привет, наперекур. Солнце будет сегодня в конце концов или нет? Сейчас. Так, внимание. О, Кирилл, а ну покажи пионерам как надо, только так, профессионально. Таким задором нужно. И чтоб в каждом движении мысль была. Молодец. Вот так учитесь, профессионал. Так, встали быстренько все. Кстати, ты шефов поздравил? Ну. Быстренько все на стол, мы быстро приготовились. Старший пионер Жата Кириченко. Здравствуйте. Значит, с БАМа. Да. Выступаете у нас на сборе. Ну, я вот... порядок. Кирилл, вот Кирилл, он знает, что говорить, он вам все скажет. До свидания. Да, но я... До свидания. До свидания. Внимание, приготовились. Ну-ка, позора! Так, что я сказал? Слушай, а ты точно знаешь, что мне нужно говорить на сборе? Угу. Пионеры тоже знают. Угу. Ну, так зачем? Понял. Тут мне еще одну позицию закрыть надо. Так, проведите, пожалуйста, сядьте за ту парту. Проводим собрание. Начинаем. Между прочим, уже не в первом классе.
Я предлагаю сбрать президиум в составе двух человек. Кто за это предложение? Опустите, кто против? Ты что, против? Можно выйти. А не знаю, как собрание решит. Как, товарищи, отпустим? Пусть идет! Да! Топай. Слово для внесения предложения предоставляется плющ Ларисе. Президиум нашего собрания я предлагаю выбрать... Избрать. Я предлагаю избрать... Ребята, Лариса хотела предложить нам избрать в состав президиума Батурина и Забелинского. Правильно, Лариса? Угу. Забелинский. Ты чего? Забелинский. Быстрее, сами себя задерживаем. На повестке дня у нас два вопроса. Первый. О работе санитаров 2-го Б-класса. И второй, о выборе новых санитаров. Забелинский. Забелинский. Дай мне слово. Честное слово, больше не буду. Что ты не будешь? Ты скажи, слово для доклада предоставляется Батурину Кириллу. Слово предоставляется. Сами себя задерживаем. Товарищи, день ото дня растет и хорошеет наш 2-й Б-класс. Но порой встречаются факты формального отношения санитаров к своим обязанностям. Еще не всегда наши санитары должным образом проверяют чистоту рук у своих товарищей. Не пропустим. Да ну, как пиццет кончится, чиж сигнал даст. Слушай, а вдруг его расстроят на пиццовете? Будут же говорить об исключении школ. Не расстроят. Ну? В шестой же раз говорят. Слушай, пойдем покажу кое-кого по дружбе. Да услышим. Пойдем. Ну, давай. Ансамбль «Счастливое детство». Слушай, старик, а тебе какая больше всего нравится, а? Видишь, в центре, с караваном. Лена из-за класса. У нас с ней, ну, ходим мы вместе. Молодец. У меня с ней тоже трагедия. Отличников не любит. Но я так делаю, там по математике, там физике, там истории. Не, вот по химии, биологии, изредка четверочку схвачу и все. Иванович, да, я вас слушаю. У меня к вам вопрос. Помните наш разговор, который состоялся на прошлой неделе по поводу внеклассной работы? Помните? А, прекрасно помню. У меня к вам кое-какие предложения. Так вот, Ларисочка, можно вас так называть?
У меня огромный опыт внеклассной работы. Я вообще считаю, что внеклассная работа имеет большее значение, чем работа в классе. Ну, учатся дети, а так они занимаются общественной работой. Почему вы опять здесь играете? И куда смотрит тетя Поля? Устроили турнир. Шел бы ты, старик. Родители. Ничего. Мне к семье приходят. Да, забыл спросить. Они у тебя кто? Обыкновенные. Инженер. Словно колесо, ты платится стоишь, зажав в руке цветок, падают волосы с плеч. Интересно, где она летом будет? Как где? Тут? За городом. Лагерь труда и отдыха. Там 6А, 7А, 7В. Убирают там помидоры, яблоки. Да. Ты тоже? Не-а. Мы к Черному морю. В Евпаторию. Наша старшая, ну, Ирина. Есть старшой, ну и пионерский актив. Меня на предсов дружины, наверное. Или на члена. Сережку Чудновского и Томку на предсов отряда. Ну, в общем, на все руководящие должности. Да, там барабанщики, гарнисты, ансамбли «Счастливое детство» на 3 месяца. Варяги, значит. Ну, аборигены чего? Ну, пионеры. Отдыхают. А вы, значит, работаете. Да. Слушай, старик, а тебе не страшно? Чего? Ну, работать все время под кого-то. Для физика ты босяк. Для директора школы есть. Для старшей пионер профессионал. Для Леночки не отличник. А? Ну. Ты понимаешь, старик, вот японцы, они говорят... Не терять лицо, понимаешь? Ну, себя, значит, не терять. Вот, говорят, потом не найдешь. И ничем не оправдаешь. Нужно оставаться самим собой. А это как самим собой? Это, старик, просто. Это... Ну... Это... В общем, просто. Прибывает на первый. Внимание, встречаю. Ну, я пошел. Давай. Привет. Привет. Да. Там насчет сбора. Там. Привет. Слышь, я вспомнил. У Ларпетки сегодня 18:00 занятия с отстающими. Ну что? Ну сидит там такой, один. Худой такой, ее не видно. Она в препараторской. А этот худой щелкой такой. Да. И ручкой так делает. Да. Так. И вы вздыхаете все время. Точно. Ясно. Косолапов из 7Б. Так. Куда ты? Ну как куда? Косолапова, значит, я беру на себя. А ты становишься перед ней и все. Что все? Ну как что, говоришь? Что говоришь? Ну все, что мне сегодня говорил. Лапа! Наших бьют! Что? 38! Ну да! Так и думал! За мной!